Здравствуй, мила. Здравствуйте. Тут такое дело. У меня со времен гражданской три мешка какие-то в сарае стоят. Я их открываю, а там, эй, золото Колчака. Мне оно все не нужно, я хочу его вам отдать. Бабушка, извините, я таким не занимаюсь. Сейчас от директора позову. Виктор Сергеевич. Да-да, слушаю. Очень важный клиент. Да, слушаю вас. Я твоему коллеге уже сказала, что дед мой завещал мне сотку земли в Ираке. Там ее просто лопату в землю втыкаешь, бабах! Фонтан нефть бьет в небо. В общем, вы же молодые, я хочу это все вам отдать. Извините, но я не знаю, что делать. Сейчас генерального позову. Эдуард Петрович. Да-да. Очень важный. Я вас слушаю. Это я тебя, гад, слушаю. Сколько твоя кошка будет ходить у меня под дверью, а? Да вы меня все достали. Я Сталина достала, тебя достану и всех еще достану.